Режим резания – это монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции. В этом режиме можно производить прецизионное рассечение кожи, слизистых, жировой клетчатки и мышц без выраженной коагуляции. Подходит для косметических операций, в том числе на лице и шее, веках и склерах. Если использовать электрод из тонкой проволоки, толщина слоя коагулированной ткани составляет 20 микрон. Иссечение тканей электродом-петлей в данном режиме происходит практически без коагуляции. Ткань пригодна для гистологического исследования. При рекомендованных мощностях рассечение тканей происходит быстро и эффективно. Режим смесь – это монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции. Используя электрод-нож, в этом режиме можно обеспечивать хирургический доступ при выполнении любых операций. При рассечении и вапоризации тканей с применением рекомендованных мощностей толщина слоя коагуляции составляет не более 1 мм. Ткань не обугливается. Режим смесь 1 – это монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. Используя электрод-нож, в этом режиме можно производить рассечение жировой клетчатки, слизистых и мышц с толстым слоем попутной коагуляции. Рассечение тканей при рекомендованных мощностях происходит быстро и эффективно. Толщина слоя коагуляции около 2 мм. Обугливание ткани не происходит. Используя электрод парус, в этом режиме можно производить конизацию шейки матки. Ткани секаются легко, коагуляция без следов карбонизации, достаточная для остановки кровотечения. Использование электрода петли для эксцизии в режиме смесь 1 позволяет провести сечение одним движением. Коагуляция достаточная для остановки кровотечения без следов карбонизации. Режим мягкая – это монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При точечном и быстром воздействии на ткань электродом-шариком на максимально рекомендуемой мощности толщина слоя коагуляции минимальна и составляет около 1 мм, что подходит для прицельной остановки капиллярных кровотечений. Коагуляция происходит без следов карбонизации. Для девитализации патологических образований рекомендуется использовать пониженную мощность и воздействовать на ткани точечно и более продолжительное время. Такой способ воздействия применим для остановки кровотечения из крупных сосудов. Обугливание ткани не происходит, электрод не прилипает и не нагорает. Толщина коагулянта составляет 5 мм. Когда необходимо остановить капиллярное кровотечение обширной области, рекомендуется использовать среднее значение мощности. Толщина коагулянта при этом составляет 2-3 мм. Коагуляция происходит без следов карбонизации. Режим спрей – это плавная бесконтактная коагуляция с постепенным ростом толщины коагулированной ткани. В этом режиме можно высушивать новообразование на коже слизистых, проводить точечную остановку кровотечения из мелких сосудов при выполнении любых хирургических операций, бесконтактную коагуляцию в эндоскопии, в том числе режущими и игольчатыми электродами. При этом формируется плотный коагулянт без обугливания, электрод не нагорает, не прилипает. Толщина коагулированной ткани зависит от времени экспозиции. Режим форс – это контактно-бесконтактная форсированная коагуляция с быстрым ростом толщины коагулированной ткани. С помощью электрода-ножа в режиме форс можно проводить быструю и точечную контактно-бесконтактную коагуляцию с целью остановки кровотечения из сосудов до 1 мм и капилляров.
В отличие от режима Force, в режиме Spray искра более длинная, коагуляция бесконтактная, более глубокая. При рекомендованных мощностях в режимах Spray и Force коагуляция ткани происходит быстро и эффективно. Режим BICAC – это биполярная коагуляция без искрообразования. В биполярном режиме высокочастотный ток проходит через бранши пинцета и воздействует на ткань строго локально. В этом режиме выполняется коагуляция тканей и сосудов до 1,5-2 мм в операционной ране. Чтобы избежать налипания ткани на бранши пинцета, рекомендуется протирать их стерильной влажной салфеткой. Запрещается использовать острые предметы для очищения бранши от налипшей ткани. Электрод для коагуляции методом пункции используют для дезинтеграции гиперплазированной слизистой носовых раковин, когда необходимо воздействие в глубине ткани. Отсутствие кровотечения при проколах обеспечивает хороший обзор и позволяет хирургу выполнять точное локальное воздействие на пораженную ткань. Повреждения рецепторов слизистой носа отсутствуют. Режим BICAC автостоп – это биполярная коагуляция с автоматической остановкой подачи высокочастотного тока на инструмент. При достижении полной коагуляции между браншами пинцета подача тока на биполярный инструмент автоматически прекращается. Этот режим рекомендован для коагуляции в полостях, где визуальный контроль затруднен или невозможен. Электрод для коагуляции методом касания применим, например, в лор-хирургии. Процесс коагуляции завершается автоматически после высушивания ткани между иглами инструмента. Применяется для остановки поверхностных капиллярных кровотечений – коагуляция миндалин. Для активации монополярного резания необходимо нажать на желтую клавишу двухклавишной педали. При монополярном резании и монополярной коагуляции вместо педали используется кнопочный держатель монополярных электродов. Для активации монополярного резания необходимо нажать на желтую кнопку держателя монополярных электродов. Активация монополярной коагуляции в режиме мягкая, Force, Spray аналогично активации монополярного резания. Режимы резания, смесь 1. Наследует нажимать на голубую клавишу педали или кнопку монополярного держателя электродов. Для активации биполярной коагуляции режима BICAC, BICAC автостоп, необходимо нажать на клавишу педали B. Если педаль B не подсоединена, необходимо включить режим биполярной коагуляции, затем нажать на голубую клавишу двухклавишной педали. Если подключены обе педали, то при нажатии клавиши педали B активируется режим биполярной коагуляции. При нажатии голубой клавиши двухклавишной педали активируется режим монополярной коагуляции. При нажатии желтой клавиши двухклавишной педали активируется режим монополярного резания. Выбранные режимы и мощности запоминаются, поэтому их переключение на блоки аппарата не требуется. Международным стандартом охраны труда при лазерной и радиоволновой хирургии является применение аппаратов для аспирации дыма, уменьшающих вредное воздействие продуктов горения на здоровье хирурга и пациента. Компактный высокопроизводительный аппарат для аспирации дыма ASD FATEC работает совместно с аппаратом FATEC E81M. При работе без аппарата для аспирации дыма наблюдается задымленность операционного поля, особенно в полостях. Продукты горения оказывают вредное воздействие на здоровье хирурга.
Использование аппарата для аспирации дыма позволяет эффективно удалять из операционного поля дым, пары, вирусы, канцерогенные продукты горения тканей, нейтрализовать запахи, возникающие при радиоволновой и лазерной хирургии.